Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем играть Assassin 3. Почему у меня, правда, по-английски, я не знаю. Сейчас уберем. Все. Вбили. Когда-то людей, говорящих о конце света, сжигали, сажали в психушки. Никто не принимал всерьез так. А может, стоило? Но я забегаю вперед. Лучше я начну с самого начала, с похищения Дезмонда Майлса, моего сына. Что-то я не понимаю. У него не было ни амбиций, ни планов на будущее. Зато было наследие, которое он отверг и чуть не поплатился жизнью. Так кто-то читать должен, что ли? Его посадили под замок, они думали, он сможет найти для них одну вещь. Яблоко, один из артефактов, что мы звали частицами Эдема. Остатки древних технологий, разбросанных по земле. Тайные, явные. Ну давай, это мы знаем. Всегда опасные. Большую часть собрали те, кто похитил Дезмонда. Ну да. Для всего мира Абстерго Энтерстрайзес, а для нас... Тамплиеры, вечные враги. Мы сражаемся тысячи лет дальше. Если рассказы об их происхождении правда, да, так и есть. Я видел все сам. В этом прелесть и ужас анимуса. Это устройство показывало нам, так, заставляло нас переживать. Так, предков в глазах изменили все, показать историю. Ну и прочее, прочее, прочее. А что, нам никак не прокрутить этот? Но мы это исправим, освободим тела и души, но в наших силах немного. Тамплиеры держат верх в наши дни. Но близится нечто большее, чем ассасины и тамплиеры. Больше всех нас, если мы не сможем остановить его, этот месяц станет... Что станет? Последним. Последним для всех. В конечном счете, все сводится к нему, к Дезмонду. Анимус открыл ему его наследие. Дезмонд увидел, как жили его предки, открыл их секреты. Он тренировался, каждый предок считанные дни передавал им опыт. Так, близится 21 декабря 2012-го, никто не знает, что она принесет, лишь то, где нам надлежит быть в следующий день. Хрень какая-то. Они направляли нас своими извращенным способом голоса первой цивилизации, голоса предчей, расы предчей, чья сила... Минутку, сейчас жди, когда я прочитаю. Безмерно. Вот куда его привезли, а с ним и нас. Он стоит у входа и давно покинуто вместе с ним здание. Так, ну все. Так, а мы стоим рядом, готовы помочь, если сможем. Ну так. Это мы так знаем. Так? Почему? Так. Я не слышу голоса. Голоса были, нет? А вот начали говорить, смотрите-ка. Дезмонд. Идем. Тренажер, страница 87. Так, все, ЦУ даны. А где здесь? Не бежит. Так. Опции тоже пока никакие не работают. Почему-то даже выйти не могу. Что за оно?
Или такие моменты нельзя здесь пропустить? Ну давай. Вложи его еще. Там выемка вроде была. Вот я. Ключом оказался, да? Какой многофункциональный шарик. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Это из сказки «Алиса в стране чудес». Включаю «Алиса в стране чудес». Так, Алиса, стой! Блин, у меня Алиса из этого включилась. Так. Опа. Самое что удивительное, я же на русский переделывал. Controls. Так, Simus Controls. Не знаю, что такое. Это вот что? А, это вернуться. Так. Опция, давайте так. Музыка. На ноль. Ну, остальное все вроде. Так, и остался только у меня. Хрен его знает, честно скажу. Клавиатура и мышь. Ладно, так, подожди. Да. Стой. Стой, подожди, я знаю, что это у меня. У меня ж там. Так. Теперь-то вроде все нормально должно быть. Давай. Опа. Да, я и так могу. Думаю, мы здесь. Ну, здесь, так значит, заходи. Это что за трясучка была камеры? Что-то нашел. Ну, какое молчание ягнят, прям это пипец. Фрагмент. Это тут, блин, это я помню, что-то зажигать надо, да, вот. Бегать, ползать, лазать. Ну. А, блин, вот, если не ошибаюсь, тут, по-моему, сколько? Где-то около 4-5, да, таких штук, которые надо будет включать. Ладно. Посмотрим потом. Ключ. Нужно найти ключ. Сын? Ну. Сэр. Да. Все размывается. Его глючит, что ли? Ну вот опять.
Ну, так и есть. Дезмонд? Слышишь нас? По снегу? Ага. Что случилось? Храм снова вызвал просачивание. У тебя случилось что-то вроде припадка. И ты засунул меня в анимус вместо того, чтобы, не знаю, проверить, все ли в порядке. Никакой опасности не было. К тому же храм, похоже, говорил с тобой. Я не хотел рисковать и разрывать вашу связь. Там не говорят. Пока мы не узнаем, чего он хочет. Ага, конечно. Сынок. Ничего. Понимаю. И я знаю, что ищу. Кстати, это ключ. Правда, где он, я не знаю. Давай. Может, затем она меня и просочила. Она? Она. Юнона. Она говорит со мной. Хорошо, Дезмонд. Пока ты был в Константинополе, мы обновили прошивку анимуса. Я проведу пару тестов, проверю, нет ли серьезных ошибок. Ладно. Что надо делать? Начнем с простого. Дойди до маркера. Ну, давай. Так. Неплохо. Теперь потренируемся лазать. Ничего страшного, ничего сложного. Все в пределах нормы, все допустимо. Так. Давай. За что я там держусь, правда, мало могу представить. Опа. Пробегись через полосу препятствий. Ну, вроде тут препятствий-то нету никаких для ассасина-то. Так. Нет пути это назад. Это условие. Дополнительные задания. Ускоряют синхронизацию. Ладно, Дезмонд. Следуй инструкциям и убей двух тамплиеров. Да. Нужно перепрыгнуть на ту сторону. Убить двух тамплиеров. Как? Ну я же прыгнул. Будьте здоровы, живите богато. Опа. Так, минутку. Вот так. Давай. Ох, чувствую, я нагребусь там. Опа. Смог. Уровень синхронизации в ноль. Можно простроить мир. Пора понять, чего хочет храм. Ну давай. Тут можно закончить, да, это? Как я понимаю. Ну, пробились. Сэр. Все в порядке, сэр? Да, да. Смотри на меня, когда со мной разговариваешь. Все. Не забудьте приглашение. Пишем. Майкл Бёрч ждет вас внутри. Благодарю. Где вас забрать, когда вы закончите? Перед театром. И не тяните. Я не собираюсь ждать. А, миссия точно прикольная. Я мигом приеду. Я в театре буду. Да. Это, кстати, вот мне нравится миссия. Вот всю игру, конечно, не смогу сейчас вспомнить. Но вот эта миссия мне нравится. Взять у вас плащ, сэр. Давай. Двигаемся. Дамы и господа, будьте так любезны занять свои места. Да, иду. Да я без тебя знаю, где добрый мне сесть. Добрый вечер, сэр. Сюда, пожалуйста. Вечер.
добрый. Быть того не могёт. Извините. Я еще и вежливый. Я всегда вежливый, кстати. Вот такой я молодец. Здравствуйте, Хайтем. Реджинальд. Скажу вам без утайки, я безумно рад, что они возобновили эту постановку. Вы ее слышали раньше? Да, еще мальчиком я был здесь с отцом. Но мало что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой и сегодня. Да, полагаю, что так. Значит, к делу. Вы его видите? Конечно, на балконе. На. Он устроился в одной из лож выше. На лестницах стража. Придется найти другой путь. Без проблем. Я уже нашел. Че мне с волосами? Че он мигает и переливается? Так, выходим. Прошу прощения. Извините. Давайте, давайте. Так. Идем без палева. Опа. Блин, якобы меня там никто не видит. Так. Меня реально, что ли, никто там не видит? Так. Минутку. Господи, все эти ложи, все эти снобы. Посмотрите только. Так, минутку. Меня это бесит размытие. Так. Давайте-ка посмотрим. Так. Генеральный. Это что у нас? Графика, так, это нормально, это что у нас? Так, качество сглаживания. Так. То прям давай лица шлюх из миланских лож, лица старых дев. Давай, ладно. Вошли. А я же еще и взломщик здесь. Нет. Подождите. Я что-то не совсем понимаю, как эта штука орудовать здесь.
Так. Хансон, выйти, так. Господи, как этот грёбаный звон-то производить? Так, под наклоном ведем. Что тут написано? Я по-английски-то не знаю, поэтому подождите. Найти и удерживать и угол. Не понял, что случилось. А, открыл. Надо что-то делать. Я ни хрена не понимаю с этим английским. Опа. Давай. Влево. Я его сейчас устрою тут концерт. А ты хлебни для храбрости, да и все. Да нет, нет, нет. Нет. Что-то не понял, сквозь текстуру пробежал. Сейчас. На. Давай. Еще. У меня поджилки трясутся. Еще. Не для храбрости, да и все. Вперед. Куда? Месяц этот. Джереми сегодня просто. Ай-яй. Он чудо. Так. Вот и все. Смотрим небольшой ролик. О, кстати, знал. Знал, что мы придем. Хейтем. Лучше бы вы пришли ко мне. Мы бы нашли другой способ. Да. Но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне. Малой все видел. Малой должен умереть. Так. Сейчас крик поднимется, вой. На том балконе, скорее! Плынет на берег крутой. Спокойно. Вот он! Вот он! Вот он! Да хватай его! Человека убили где-то на верхних балконах. Я тут ни при чем. Обыщите. Убили на верхних балконах, хватают внизу. Здорово придумано. Прошу прощения, мадам. Не толкайтесь. Не выходил ни пени. Прошу. Пропустите. Тихо! Человека убили! Они нашли убийц. Они не знают, кто так. Это. Прямо в опере. Осторожно. Ай-яй-яй. Скорее бы выбраться отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой.
Спокойно, опасности нет. У меня шляпа там внизу, кстати. Что там делают эти люди? Я остаюсь здесь. Как мне с ней быть? Пишем? Спокойно, опасности нет. Что? Лупец. Что всех расталкивает? Здесь я должен всех расталкивать. Ты чё, падла? Видишь, я на выход иду. Ну-ка не толкайся. Ножки отрежу тебе. Давай, вон. Выход. И... вот так вот. Вышли. Из положения. И как вам опера, сэр? Довольно скучно. Тогда поедем? Да. На Флит энд Брайт. Как прикажете. Хороший слуга. Не задает лишних вопросов. Потрясающе. Господа, у меня в руке ключ. И если верить этой книге, он откроет нам доступ к хранилищу тех, кто пришел раньше. Понятно. Тех, кто правил, а затем исчез без следа. Знаем ли мы, что скрыто внутри? Возможно, знание или оружие, или нечто новое, неведомо для чего предназначенное. Что угодно из этого, или ничего. Эти предтечи по-прежнему загадка. Но я уверен, что бы ни скрывали эти двери, оно пойдет во благо нам всем. Всем. Или нашим врагам. Успея не раньше. Вряд ли. Благодаря вам. Вы знаете, где это хранилище? А, мистер Гаррисон. Здравствуйте. Точны ли ваши расчеты? Полагаю, нужное нам место в этой области. Она довольно велика. Прошу прощения. Если б я мог рассчитать точнее... Ничего. Для начала сгодится. Поэтому мы и позвали вас, Кенуэй. Вы можете отправиться в Америку, отыскать хранилище и завладеть всем, что внутри. Я к вашим услугам. Только для дела таких масштабов одного меня мало. Конечно. Здесь имена 5 человек, сочувствующих нашему делу. Каждый одарен уникальными способностями. Так что вам не о чем волноваться. Что ж, тогда я отправляюсь. Написала? Я знал, на вас можно положиться. Проезд до Бостона оплачен. Корабль отходит утром. Прекрасно. Вперед, Хейтем. И прославьте нас всех. Прославьте. Это, блин, какие-то там бандиты сидят-то. Давай, стай, стай. Чё тут? Я не знаю. Давай. По-английски мне всё равно считать ничего. Так, это что у меня? Корабль. Атлантический океан. День второй. Поплыли. Корабль ждет меня. Вот, сейчас бунт, если я не ошибаюсь, должен быть. Мне не помешает пройтись. Пойдем. Сюда. Говорить пока мне не с кем, да и незачем. Просто так, здесь закрыто. Вход на палубу закрыт. Вот, кстати, игра. Ну-ка посмотрим, какая игра. О, это сложная. Это мы как-нибудь потом. Их тут несколько игр. Одни похожи, кстати, на азиатские.
есть одна интересная мини-игра такая. Шашки в эти. Так, тут что у нас? Капитан? Мистер Кенвей. Спасибо, что взяли меня на борт. Прошу прощения, если вам доставили какие-то неудобства. Неудобства, мягко сказано. Прошу прощения. Из-за вашей прихоти мой корабль задержали в порту на 2 дня. Я потерял несколько контрактов. Я не знал. Еще бы. Все вы знать одинаковы. Короче, хряпнул говна на раз-два. И все будет как надо. Ты уверен? Еще бы. Я когда-то подводил тебя? Нет, но кое-кто беспокоится. Просто доверься мне. Вот увидишь. Так-так. Наш почетный гость почтил нас своим присутствием. Вернулись бы вы в каюту. Фиалкам на верхней палубе не место. Согласен. Но вы здесь. Чё, шутником себя считает, да? А как тебе так? Сейчас люлей отгребет. Ну давай. Суйся. На. Задайте хорошую трёпку. Я хочу мои деньги. На. Давай. Ну делай этого хлыща. Парирование. Как я должен парировать? Стикай его в челюсть. Гляньте, как он вертится. Давай. На. Давай, давай, уклоняйся. Достиг его в челюсть. Ну почему я... Да. Давай. Да. Задай ему хорошую трёпку. Да. Я хочу мои ещё деньги. Разок. Бам-бам. Всё, теперь я понял, как это делается. Влез сюда и думает, что перед ним все должны на брюхе ползать. Парни, угомонитесь. Если капитан увидит... Дьяволу капитана! И тебя, Мил, заодно! Ну давай. Ты сам-то за кого? На. Вот так. Я готов еще раз, если что. Это неразумно. Чё? Да я тебя не боюсь. Нет. Ну давай. Не очень зря. На. Опа. Вот и все. Сдаетесь? Нет. Вау, как нож. Такой расклад? Ничего не поменялось. Давай. Как тебе такой что расклад? Что здесь происходит? Капитан. Я жду объяснения, мистер Кенвей. Эти глупцы, мы просто решили немного развлечься, капитан. Решите-ка лучше немного поработать. Я плачу вам не за то... Чтобы вы развлекались, черт возьми. На два слова, мистер Кенвей. На два слова. Да, чуть не забыл. Возьмите ваш нож. Крут. Крут. Что ж теперь? Так, ладно.
Вы мне не нравитесь, мистер Кенвей. От вас на борту одни проблемы. Но я не виноват. В ваших проблемах повинен отнюдь не я. А кто же тогда? Вы скверный лидер, вспыльчивый и жестокий. И команда вас не уважает. Есть такое. Эй, я не ищу ссоры. Напротив, у меня к вам просьба. Да, вот как. Я подозреваю, что на борту зреет мятеж. Да, вот сюрприз. Я не доверяю никому, так что приходится просить вас. Молодец. С чего мне вам помогать? С того, что если они замыслили бунт, только я могу доставить вас в Америку живым. Ну, что скажете? Если это правда, разве у меня есть выбор? Что-то с волосами у них не то у всех. Но учтите, если вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять, я лично отрежу вам голову. Вам ясно? Хотя вроде игру-то переустановил. Прекрасно. Голову отрежет. До лично. Свидания. Через руку наливает нахрен. Нельзя. В беде это все. Бунк. Так. Денег у нас нет. Пойдем в свою каюту. Ой. Стой. Каюта. Ха-ха. Как-то я громко сказал. Каюта. Свой уголок, я бы даже сказал. Живой уголок. Я же там пока живой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что там? Дорогая Настасья, в первых сроках своего письма хочу сказать, кормят здесь хорошо, обращаются со мной прекрасно, команда меня любит, ну и далее по списку. За всем прошу откланяться, ваш кто-то там. Кстати, ты даже не сказал, как тебя зовут. Атлантический океан, день 28. Луна, луна, цветы, цветы. Мистер Кенвей. Что? Капитан. Что бы они ни затевали, это случится скоро. Значит, пора за дело. Итак, давайте порадуемся. Так. Пять харчи урезал. Боеприпасов мало. Ты часом не передумал, а? Так, так, так. У меня есть к вам пара вопросов. Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Конечно. Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. Вот так. Отфутболили меня? Ладно. Так. Пьют, веселятся, так, взаимодействуют. Что у нас там? Ладно, будем, давайте. Кок. Да и да еще часа два, не меньше. Там в бочонке галеты, кому надо. Вообще-то у меня к вам вопрос. В чем дело? Никто из матросов не ведет себя странно. Не говорит ничего необычного. Парни, знай, жалуются на собачьи харчи, будто это моя вина. Больше я ничего не слыхал. Мой совет, найдите Джеймса. Он всегда держит ухо востро. А где его найти? Отпинывать. Да прямо у вас за спиной, сидит на бочонке. Так я к нему не стал подходить, кстати. Или это не тот? Вы Джеймс? Ага. Хейтем Кенуэй, к вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Идемте. Ну, куда ты меня тащишь? Что вы хотите знать?
Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Мил старается их успокоить, но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Все хотят. Итак, до колонии живым. Давайте ищите подсказки на корме. Добрый вечер. Добрый. Как дела? Тихо все, как и должно быть. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись, размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. На всякое. Кто-то выбрасывает груз за борт. Но зачем? Маячки. Давай посмотрим. Скользкий какой-то малый. И шляпа не снимает. Глаза, видишь, прячет, чтобы мы не видали. Так. Харчи урезал. Но припасов мало. Нечего половать. У самого-то ягнятина доведено. Пока у нас... Ну? Один из бочонков, который мог бы улететь. Что там, мел? Мел. Забавно. Да. Забавно. Так. Давай-ка посмотрим. Сегодня поди ничего не будет. Самое что, вот почему бунт устраивает команда? Ведь капитан нужен кораблю. Без него могут и не добраться, никуда не приплыть. А еще и расхреначиться. Чук-чук, прорисовочка, да? Промелькала. Как вы без капитана будете? Еще и груз зачем-то сбрасывать. Но я понимаю, что маячки. Так какой маяк? Ни хрена себе эту бочку сзади-то как унесет? Ладно, вы в пару часов еще как-то... Есть новости. Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс? Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Они готовятся стрелять! Живо на шканцы! Готовьте! Эй, береги головы! Так, а предатели, скорее всего, должны покинуть были корабль. Это сигнал! Нас хотят не потопить, а захватить! Ага. К пушкам! Готовьтесь к бою! А вы вниз живо! Почему? Позвольте мне вам помочь! Вы умеете брать рифы, заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Ну, прав, мужик. Блин, хоть я и люлей ему накатаю, но он прав. Если я ни хрена этого не умею люки. Делать, то... Вот люки-то не надо было задраивать. Вы были наверху? Нас собираются брать на абордаж. Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. А, отчего же? То есть? Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в Опере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? А, так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Да ща! Хотите обойтись со мной честно? Дайте мне клинок. Уверены?
что вы этого хотите. Так, мне что, с тобой сражаться сейчас? Ну и дурачок же ты, парниша. Давайте будем учиться сейчас искусству фехтования. Оп. На. Ну ты чё? На. Дебилушка. На. Опа. Все, зарезал. Блин. Прошу прощения. Я велел вам сидеть в каюте. Я так и сделал. Только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль? Бунта не было. Это все он. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Думаете? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Вы хотите идти прямо на ураган? Выбора нет. Я не стану. Я стану. Ладно, ладно. Блин, пропустил, у него палец отрезан, нет, кто видел? Блин, надо на паузе просмотреть будет потом этот фрагмент. Так, позже в тот же день. Блин, тут сейчас кораблям, да, надо будет бой еще дать, да? Я так понимаю. Точно сейчас не могу вспомнить, но... Надо закрепить шкоты! Давай. Я говорил, это безумие! Успокойтесь, я разберусь с парусом. Так. Хоп. Закрепили. Дальше что? Давай, давай, давай. Блин, поэтому... Что-то я... Подождите. Что-то я не совсем тут... Так, понимаю. Так, центр оповещения, база данных, датчик. Так, вот это вот мне надо. Так, качество сглаживания. Ну-ка, если вот так вот сделать. Давай. Мне все равно, смотрите, как бы икает. Может, это так и должно быть. Но тем не менее, в данной ситуации мне это сейчас непривычно, когда все это елозит. Хотя это воспоминания, они такие и должны быть. Давай. Крепи, крепи. Нам нужна скорость. Отдать паруса. Кэндем, мы на фок-мачту. Джейн, на грот-мачту, живо. Ну давай. Опа. Давай, давай, давай. Что-то я не понимаю маленько. Из-за этого то, что камера бегает тудым-сюдым. Да не туда, господи. Камера левитирующая. Брызги, вау, все падает, все рушится, не удержались. Мачта рухнула. Такое чувство, что подрезали ее. Не продержусь.
Давай. Я не удержусь. Тут скользко. На. Тут скользко. Спасибо. Спасибо. Давай. Корабль. Тонет? Вроде утонул. Но могу ошибаться. День 72. Ну, 2 месяца плыл. Похвально, что с половинкой даже, я бы сказал. Господи, 2,5 месяца плыть. Что это, китайская игра? Новогодняя китайская игра, палочки бросать. А потом что-то ходить там надо. Смотришь? Слон? Смотришь? Чё, смотри, смотри. Вот так у меня слоны есть. Ну, кого нет, то у меня есть. Так. Ну-ка давай. Выйдем на свежий воздух, подышим. А, кстати, вот что удивительно, мне нравятся города. Да, как они построены. Грязные, конечно, пипец. Но, тем не менее, красиво по-своему. Готовьтесь причаливать, парни! Причаливать? Я не вижу земли, только сплошной туман. Чайки кричат, все ясно. Поднимитесь на Марс и убедитесь. Марс? Орлиное гнездо, что называют. Ну давай. Блять, что-то в текстурах, блядь, вообще пипец. Давай. Вот так. Я хоть правильно поднимаюсь? Так должны подниматься матросы или как? Или они какими-то другими окружными путями ходят? Ходят, кстати, да. Что за ходят? Плавают нахрен. Ходят. Может кто-то скажет, что говно плавает. Ну ни хрена. Люди же не говно. Люди тоже плавают. Так что и корабли плавают. Не надо тут умничать. Это для специально для тех, кто свое я хочет проявить. Ходят они. Ubisoft представляет. Assassin's Creed 3. Да, он только представляет. Но мы сейчас, наверное, с вами будем заканчивать. Посмотрим, как мы сойдем на берег. Если мы, конечно, покажут сейчас. Ну и закончим. Я думаю, на первый раз нам вполне достаточно будет. Так что... А, кстати, как тебя зовут? Смотрим. Причалы, корабли. Часть 2. Бостон. 1754 год. Давай, вот нас встретили. Мистер Кенуэй! Да, чем могу служить? Чарльз Лисар, к вашим услугам и очень рад. Я покажу вам город и помогу устроиться. Не нужно, я договорился. Багаж доставят в гостиницу. Хорошо. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы увидимся в следующем видео. Пока!